Всем привет! Воскресенье наступило. Прекрасная сегодня погода. По небу ходят тучки, такие синие. Из них немножко шел дождь, маленько прям. Тут даже вообще незаметно уже, что шел. Но был. Видите, она уходит, эта тучка. Она ушла, и мы пошли гулять. Здесь до магазина немножко пройтись. Коля, он уже в шортах вовсю. Но я в костюме. Мне как-то не сильно не хочется в шорты одеваться. Да я поведу его, Коль. Он ко мне хочет уже. Все, ночь была тяжелая. Райану было плохо ночью. Опять живот болит. Болел, тошнил немножко. И он всю ночь прижимался ко мне. Просился, будил. Я вот и так легла поздно. И еще полночи с ним. Уснул только, когда мы ушли с ним на первый этаж. Я его гладила, гладила, гладила. И он уснул. Сейчас ничего вроде. Более-менее жил. Чудик. Кого там? Женщина вот эта с собачкой кого-то испугалась. Какая-то там большая, что ли, собачка? Да, какая-то большая собачка идет. Всего лишь лабрадор. Всего лишь лабрадор. Кого-кого, лабрадоров мы не боимся. Это точно. Вот так выглядят предатели. Опустите окошечко, пожалуйста. Вот они, видите? Кто? Предатель так выглядит. Почему предатель? Ну, потому что ушел просто и не вернулся даже за нами. Получается, предатель. Это кто кого кинул? Ну, вы же видите, что у мужичка тяжелый. Ага. Были за мной бежать, как зайчик. Ага. Лаянчик. А вы пошли таскаться, как обычно. Ага. Ой, так, ну что, Ранёш, нагулялся? Нет, конечно, не нагулялся. Это бы целую вечность гулял. Ну, надо ехать. Поехали. Что, мама, много работы. Как хорошо. Здесь единственное, сеточку хочу сделать, чтобы он туда не вылазил. Потому что мне страшно становится, когда он так вылазит. А так, пока выходишь... Красота. У нас соседи решили обновить краску. Здесь получается низ не покрашен, верх покрашен. Перекрашивают дом. Эти соседи. Курятник там строят, рабочий у них. Вот, старые разобрали. Здесь свалили доски. Ну а сегодня понедельник, Райан. Понедельник. Я дома. Я сегодня немножко скрутила живот. Я осталась дома на удаленке. Вот сейчас пообедала. Райан! Пообедала. И можно продолжать идти работать. Со вчерашней уборки до сих пор осталось. Ну и Коля у нас дома. Он пока отдыхает. Ну, ой, у него что-то. Коля, не получится. Ты что, у меня же там работа. Нет. Мне же до пол первого счета надо сделать. Твоя работа вон. Сколько там? На Тимошенко. Мелкими шажками. У меня 25 минут осталось. Давай, давай. Присел такой. У нас здесь сетки до сих пор нет. Очень я кайфую, когда нет сетки. Если честно, мы вчера, кстати, помыли окна. Видите, как прозрачненько все. Идеально. Это салфетка от... Не помню кого. А где термометр? Мне давно его подарили. Там он. А? Что? Термометр. Ну, вон он. Тонометр. Тонометр. Выше там в своей упаковке. В этой, что ли? Да. Подарили мне давно эту тряпку. Бинчик, она, короче, хорошо отмывает. Поднимался, а теперь давление. Это человек, который вчера выпил 5 литров пива. Удивляется давление. Ну и вот мне так нравится без сетки, так кайфово. Но так летят комары. Цветочки мои цветут. Ладно. Надо продолжать работать. О, тюльку надо постирать. Уже засрали мухи. Кошмар. Мух-то еще не видела. Столбняк, да? Ну, уже засрали.
О, давайте, кстати, посмотрим, сколько у человека нашего давления. А кошку-то что? Ты зачем ее так придавил? Она боится, наверное. Нет? Тахикардия, походу, будет. Или как она там? Нет. 45 на 88. Вам, мистер, надо полтаблеточки выпить. Снизить немножечко. Балбес. Ладно, а я пошла работать. Смотрите, вот я не успела, блин, отойти. Он уже врубил свои танки. Я тут вон работаю. Терапевт. Плюсы удаленной работы. 18, 16, и ты такой хоба, и уже свободен. И уже дома. Все, и уже дома, и уже делаешь дела, и уже переоделся, и уже взял шабаку, шую булку. Булька моя сладкая, надо вычесывать срочно, заняться этим делом. Мы, значит, поехали. Я на Авито продала кашпо, я излишне покупала в прошлом году. И поэтому решила излишки продать, потому что смотрю, одно уже лопнуло в процессе хранения, видимо, где-то зажали, прожали. Поэтому выбрала те, которые новые, 7 штучек получилось, и вчера их продала через Авито с доставкой. Поэтому едем на почту сдавать посылку. Коля все упаковал вот таким вот образом, как новогодний подарок, сверху еще не хватает бантика, знаете, такие американские типа подарка. Вот сейчас отправим и пойдем на ту сторону Голицына. То есть у нас Голицына делится на две стороны. С одной стороны же долины и со второй. Мы пойдем на ту сторону через виадук. Там до конца улицы и упремся в нефтьмагистраль. Это по нашим соображениям должно быть так. Не знаю, есть там дорога или нет, но должна быть. Короче, поедем посмотрим. Но сначала у нас... почта. Но сначала еще надо проехать через нашу дорогу. Так, ну мы на второй стороне. Здесь как бы чуть-чуть все такое. Ну как бы 90-е. Все постарее, чем та сторона Голицына. Чуть похуже. Но Ранёше очень нравится. Так что гуляем. Идти тут 2 километра где-то в среднем. Тут, короче, такой резонанс между вот такими вот закинутыми. Райан, не тяни меня, пожалуйста, успокойся. Кроссовками, такими зданиями и такими людьми. И достаточно дорогими домами. Вот, например, как тот. Там огромная территория. Просто дикий какой-то резонанс. Но людей с низким достатком огромное количество. Просто огромное количество плохо одетых людей. Так вот. Мария, вы куда-то пришли? Да, видите, стоит шлагбаум. В лес. А вот, смотрите, видите, какое здание? Прекрасно. Как
пипец. И вот какой, например. Красиво. Три хозяина, длинный такой. И вот оттуда мы пришли. Семь улиц, семь перекрестков. Семь перекрестков. Вообще тут классно. Смотри, тут у кого-то часто пинка вообще. Заброшены. Да, сейчас чуть-чуть лесом, и мы на нефтьмагистрали, ура! Смотрите, стой, стой, не шевелись, убери руки. Балкон, Коля отрастил себе балкончик. О, слушайте, как птички поют. О, прикольно. Главное, клещей не нахватать. Тут вдоль леса какой-то еще. Куда-то. Но уже подошли мы к дороге. Я думаю, не будем рубить мы Сусанину ноги. Или будем рубить Сусанину ноги? Постойте, постойте, я вспомнил дорогу. А где она? Ну выходи на трассу. Ну прям на трассу, что ли? Конечно. И что, дальше? И направо. На трассу. Ну пойдемте. Комары кусаются. Надо стрелять. Зараза. Ладно. Дошли. Ура. Ура. Ну все, сходили мы, взяли. Вот наши шеф-бургеры. Две штучки. О, я всегда думал, а у них действительно камеры со всех сторон. И все. И теперь вообще очень странно заходить на АЗС-ку пешком просто. 395 рублей. Стоимость одного бургера, но в день бургера 27 числа две штуки. За эту цену ты получаешь. Вот. Поэтому у нас на ужин бургеры. Там только комаров капец. Сейчас убежим от них и нормально будет. Погуляли, блин. Райан, зачем ты миску посваешься? Вкрепился в клещ у Райана, представляете? Едем срочно в ветеринарку. Я не умею их вытаскивать. Одного сняли так, один впился. Стой. Надо ехать срочно вытаскивать.